Слушай, стал, блин, Ларс стал лучше, но... Смотреть персонажа в вакууме хуйня полная. У меня нету, к примеру, мува без хит-энгейджера, там, чтобы мув нажать, ну, стоя, как бы, надо обязательно в стойку зайти. Я хотел 2-3 дать. Надо хоть и юзать его. Привет, я не смогу. Найс, типа. Ну как? Хочу. Бля, что я сделал? Я и вейднуть хотел. Куда? Так не работает. Драгон панч. Пощипаю. Ой, брам. Отлично, я прикол. Бля, какая невезуха. Давай, ну чё. А, ну, мучаки нажимают, потому что точно. Broken, so everybody is broken. Some characters more broken. Я забыл. Ой, зачем? Это на кон. Это лаунч, мне не надо вообще думать, что это у него. Засчитали в воздухе? 13. Пересейв вообще сделали. Get nerfed? I don't know. No. What I playing? What I see? Other characters have much more stronger tools. It's a hack it though. Блять, какие бесстрашные стали, ёбаный рот, просто хуже. В воздухе был. Ааа, ушел. Ушел даже без кенсела. Пэм. Thank you.
Сейф. Я не знаю, сколько. 13, наверное, или 12. Тоже надо чуть-чуть. Кто-то там на YouTube нам половится. Ютубе. Найс, найс, стоп. Европа 2. Get ready for the next battle. Там, блядь, теряются кадры, нахуй, чё нахуя? И как это играть, блядь? О, установил теперь, блядь, нихуя, благодром. Блядь, что за пиздец? Ёбаный в рот. О, стерва. Я скипну нахуй, что пиздец, какой дилей фрейм, роллбэк фреймс. Кадров нет, но вы держитесь. Валь. Он ест, смотри, да. Купите это говно, это рузянь. Покупайте это говно. Что происходит, нахуй? Я не знаю. Готовки даже не нужны. Он не слайд-шоу. Ебать, кайфует. Это FPS-ов не хватает, это компис надо обновить. Это когда у тебя комп не тянет, только он не лагает. Видишь, там по красным, когда горит значок, значит, Фепису пизда. Если Фепису пизда, значит, что не играбельно.
Серега, блядь, Серега попался. Серега на Жене попался. А че не попался? Ща, ебанем, блядь, кулачки нахуй. Но нахуй. Бем. Поглядь, я не рычал раньше, ты уже. Да, там минуса. Минус 3. Надо FF привыкнуть, FF 4.2 давать. Отменить стойку? О, нет. Ебать, полетел даже там. Ну главное, что я отхилюсь. Бля, мисс импутнул. Как он улетел в сторону, блядь. Как сейчас, как он ушел от этого? Пытался, ну окей. А ноль. Только джеб. Бля, не рассчитал рейндж. Хорошо, давай. Там прыжок очень большим рейнджом. Ебать, мы тут... Сука, ебать, летун, блядь. Ебать. Ай, так. Пожалуйста. Газуем, блядь, газуем. Умираем, блядь. Повезло. Нажал зря. Бам, бам, бэм. Уехал. Найс, да. Могу ждать этого. Там другой мув есть, надо его делать. Я нажал, блядь. Блядь. Полетели гаранты, блядь, на все. Блять, моя ручка коробит. Хорошо. Это роллбэк. Блять, ел. Что? Ай, хай был. Можно было крашнуть. Охуеть, это что? Фэри дал ему сейчас. А я у меня нет. Бля, я хитнул ему нажать. Он клал в пичок. Карит. Нельзя все. Он
поисковик есть. Хорош. Бля, не дотянул до Джина. Нет, я... Ой, он хорош, молодец, угадал. Это смерть? Нет. Блядь, что я сделал? Я думал, у меня хит есть. Сука. Да, у тебя тяжело. Блядь, я мог сейчас просто убить его за это. Я еще, блядь, туплю с хитом. Я вторую половку хита юзал, которую у меня нету. Драгонов. Так, теперь тут гадать. Round one. Fight. Бля, тут не полететь уже. Блять! А, что я сделал? Что он сделал? Ебай. Что он сделал, что я сделал? Пойдет. Ой, блять, вот этого орки мне убрали. Он нажал, что я видел. Да, он пытался это скилл удать. Не было стены? Что? Да ебать, там повезло криво. Сколько сейчас армор Драгунова? Знает кто-нибудь? Не гей, кто-нибудь знает? Да, и кто ничего не знает, блядь. Надо потом, значит, включать видосики, чекать по каждому чару. Блять, потизи. Битва данная руку.
Блять, там есть. Убью. Греть воде какой-то, знаешь, убить. Да, блять, ну. Да, мне надо знать, чтобы нажимать. У меня нету прям посрать на оппонента каким дебаггером, блять, спукнуть, отойти. Мне чем быстрее я наберу знаний, тем лучше. Мне надо все знать, мне надо все знать, абсолютно все. Знание сила. Она с ботом, так, пошли чекать. На второй, есть второй монитор. Где бот? Комбо-комбо, Чили, Дженерал, ага, где бот? Это Рейна. А где бот? Блядь, бать, тут только клан, клан потом посмотрю. Лоу, блядь, это полный 15-й молот. Это хачи. Ебать это. Я просто сказал бы, где находится там, плюс-минус. Вниз, вверх. Я не понимаю, но окей. Куда нельзя? Get ready for the next battle. Прайм дата, я вижу.
Получение информации о приеме. Введите команду по шаблону. Например... Это Асука. Ага. Он попал с Рейна. Еще одна Рейна. Ладно, мы там нихуя, в принципе, не поняли. Попробуем здесь. Чё она пизданула по моему устам, блядь? Да, это так. Блядь, пока. Мить там где-то, где? Вперёд. Ну это пиздец. Если я знал бы, что мне нажимать туда, я бы нажимал бы. Я даже не знаю, что в этой стойке есть. Ладно, попробуй на верочку. Поставь тэпик направо. Пойдет. Отлично. Неплохая. Неплохой размен. Вот неплохо. Просто идет. Рейтинг того был. И дочек. Ай, арбат меня. Крабнут меня. Да, смог. Виктором играл, да, там еле выиграли. Там еле-еле выиграли. Хотя второй раунд, в принципе, прямо активно шли, но незнание матчапа все равно. Сколько этот мид, я не знаю. Вот это я знаю, теперь что можно дакать точно. Нет, тут там 15. А тут там. Хотя бляться 15, это же. Я вот фичар, блядь. Там даже 10 нету. Да, у него хай не рвется вообще. Блин, ну приводит угадывать все время. Хотя бы так, блять, я не знаю, хотя бы так. Джеба это контрить конкретно. Я степал, я не знаю, на каких фреймах мне так степнуть.
Вот эта игра мне нравится. Бац. Пахнущий, по-моему. Дамажу и отпилю. Блять, я ждал его. Да. Надо было отбэкдэшиться сразу. Нам пизда, да, его. Я думал, ой, блядь, я в крауч форсинг, нахуй. Хорошо. На верочку. Хайкраш? Это же не сейв, нет ее медовой электрик? Ой, найс, айф так. Ух, блядь. Get ready for the next battle. Мне кажется, это King J был, возможно, но я не уверен. Вот у него ник был такой, но не факт. Get ready for the next battle. Зератул нам пришел. Спасибо большое за рейдеру. Захватывай свой камблок. Ну да, уже поняли. Всем удачи, ребята.
привыкаешь. Ебать, ай. Мэш отдал. Я ебать, блядь. Страшные. Нафиг, я не знаю. Ну чё, блядь. Я нажал 1+2. Знаете почему? Потому что я так и сыграл. Я нажал, что это 1+2 мешал просто. Хорошо. Амагаран. Он лежал, кстати, значит, на 13. И нет, не 15, где. А вот это что? Там мид-хай должен быть. А драгон, блядь. Пойдет, пойдет. А если вот так сделать? Ну ладно. А первый удар попадает. Я проверил. Ебал он стоим. Окей. Это до сих пор есть. Бля, ну я сейчас ему преимущество дал немножко. Хит хотел дать. Подайте спидзона. Нет. Ну это сыграю. Не, просто, блядь, я не знаю, я ебанул то, что. То, что показалось прикольным. А вроде бы этот шлем только у него, поэтому я решил ебануть ему этот шлем. Тринадцать. Да, блин. Пойдет. Ну, короче, выглядит главное нормально. Вроде красиво, я не знаю. Если есть модераторы, можем опрос сделать. Я знал. А, не фрейм отхватывает, окей. Ой, блядь, на бэкдэше. Пайстэпом лево. Стоял. Еще раз. Давай, нормально. Не, нормально. Это очень плохо даже. Найс. Nice. Бля, empty jump долго рекаврится. Но я в любом случае еще проверяю, что работает, что не работает, поэтому. Знаете, я потом, знаете, обосраться. Скованно.
Мне надо там сцепать или самому аваланж давать. Блять, я купил на это. Я живу. Я переберу. Пойдет. Не знаю, гайд. Кого хотите, тот и будет, как говорится. Отлично, это паниш. Еще раз. И вот так. Там минус один, да. Хотите Дунгай, пусть будет Дунгай. Блять, прям я вообще не везет на оппонентов. Мне прям все попадаются, кто ебошит, блять. Но это хорошо. Ну хотя бы я понимаю, что происходит. Это еще одна рейн. Вы просто посчитали, сколько рейн я поймался сегодня? Я в ахуе. Видели, сколько это? Идет. Блять, не работает так. Это, ой, не хватит. Пока. What's up, Benchless? Спасибо за фоллоу. How are you, my fellow viewers? Ух, блять. Найс, найс. Спасибо, Фоло! Как вы, мой фоло? Не корми меня! Надо было, надо было потасцепнуть. Короче, лево, походу, ее надо сцепать. Сейв, блядь. Ой, там блок упал. То есть БС-3 вообще никому не могу писнуть. Ой, блядь, подбили. С одной стороны, неплохо. Найс, так. Я дакнул, там. Что? Я перешел стойку. Я гарант проебал, гайд. Я гарант проебал. Ух, бля.
Я, блядь, тоже нихуя не понимаю. Я просто... Я в потоке, блядь, говна. Я прыгаю туда-сюда. Он он решил перебить её, окей. Не степать, окей. Эй, хочу дал. Ты панишь? Не, не панишь! Это не панишь! Я дакал. Даже так был плохим. Я видос глянул, ну понятно, глянуть и наиграть это... Две разные вещи. What's up, gangsters? How are you, my fellow viewers? Пойдет. Я дакаю это говно. Пойдет. Типа, нихуя не понятно. А, ладно. Ой, найс, фак! Успел. Пиксель успел, окей. Паранг, здорово, спасибо. Немножко оставалось, чтобы мы показали. Я ничего не делал. What's up, gangsters? How are you, my fellow viewers? Спасибо за фоллоу. Я немножко не успел. Сайдстеп. Пытаюсь.
нажал. Ура, батарулер. Тут на положил нам на YouTube. Спасибо. Get ready for the next battle. My battle ruler. Thank you for the follow. What up, bro? Или спасибо большое. How are you, my fellow viewers? What up, gangsters? Thank you guys a lot for the follow. How are you, my fellow viewers? Get ready for the next battle. I'm mainly using Russian, but if you have some questions, you can go with English. It's not my main language, but it's okay. Ё хоть 4, блядь. Ёбаный щитеру. Ой-ой-ой. Нахуй. О, ух. Найс, угадал. Окей, ладненько. Агрессивно. Ебать, что это у него на голове? Он на плюсах летит, сука. Ай, блядь, ай! Ебать нас. А похуй. Когда он плакает, значит хорошо. Сойдет. Я пытаюсь его влево, мне кажется, как и с Джином. Я ничего не сделал. Ой, электрик. А можно было, кстати, воевать планишем. Найс, так. Как мне выбраться из ситуации, чтобы меня не ёбнули? Так вот. Ёбни. На твои 2D. Сука, они играют на каком-то, блядь, ну, в новом чаре. Люди даже матчап не знают. Они что-то выебываются. Некрасиво. Вообще некрасиво. Ой, блядь. На комбу кинул Арсича, на ютубе, наверное. Вот написать комбу Ларс таки 8. Все. Будет вам комбо. А, далеко. Рэчит немножко. Он может прыгнуть. Блять, хорош он. Нормально.
Я не дам. Ой, блять, нам пизда. Нам пизда. Или нет, сейчас. Сейчас узнаем. Не отлично. Он успел. Успел тип. Дамаг. Остались. Он не жмет плохие кнопки. Мне надо не останавливаться. Вот здесь вот. Подоставлять ему, чтобы он этот полет нажимал. По-хорошему. Поймал меня? Бать, найф, контрграф. Ох, найф, красиво, найф, найф, найф. Успел. Один на 11 топлим, да. Это кисмеш. Мне очень тяжело пробить его, потому что он начинает потом в полете улетает. Но он не особо дакает. Можно отыгрывать от этого. Я вот отставлю, как это тогда делать. Может, он... На, поймал. Хотя степал влево. ДБГ. Они ж не понимают, поменяли ему треки, надеюсь. Спасибо за фоллоу. Тупо не знаю, что у меня сайлент есть там. Найт. Это на хорошую панишку, да? Наверное, это оптимал какой-нибудь. Я заставлю его дак, как есть. Теперь, блядь, как нужно зарядить какой-нибудь мидочек мой сильный. Я зарядил, блядь, это... Не, я умер. Я не... И дам, наверное. И смеш. Нет, это нечестно. Ну-ка, а что случилось? Почему? Бля, это нечестно. Ладно, бля, все ты виноват. Thank you.
Джек выкидывает меня. Давай ставь такую. Блять, минус 4 сармов тогда. А это, кстати, минус 13? А, это хитом еще, ага, понятненько. Да, он все время да, хоть меня. Я из-за незнания матчапа хорошо. Я ему жму это. Я сейчас попробую его. Тайван ты. Отлично сработал. Попробую покормить сайлентами и плюс 3. Вообще. Блять, а! Хорош. Хорошо, смеш отдал. Ой, бля, блять, он отхилился, меня выкинул. Я улечу. Я какой. Ебать, чё там потнище нахуй? Я почти дошел до Кайзаку. Ой, блядь, меня шестой пот вышел нахуй, пока я с ним сыграл. Ёбаный урод. Ебать, мой этот гост будет аваланчить там с кайфом. Просто, блядь, это хренище. Get ready for the next battle. Азусена. Round 1. Fight. Наш происходит, блядь. Я ненавижу ее. Гаран. Хотя бы так до конца, не знаю, что еще можно быть там. 13 есть. Ну и да. Бля, ебать, там медь есть. А только минус.
Хотя бы так. Я прыгнул. Пока. Ну, в этой игре вообще нельзя жадничать. Можно умереть. Молодым. Блять. Бля, я дахнул. Ой. Чё, знаешь, куда это сцепается? Там ничего. Сильных сильных у него. Нажми, нажми, нажми. Вот здесь она может нажать. Я не успел. Я думал, блин, может не убьет, но это была тупая идея. Ренджа, гарант. Бля, вообще чуть не ёбнулся. О, нет, нет, опусти нахуй меня. Не люблю. Ига. Ига. Ебать, я опять ее перепрыгнул. Бля, заебись опция реально против вейкап-тиков. Вообще прям. Можно ебошить. Конечно. Вообще похуй на любой вейкап-тик. Стив. One, two, three, two. Round one. Fight. Он все время, да, я забываю, что надо тут летать. Бросайте муги. Стив Коп, да. Пойдет, пойдет. Ой, это был Full Crouch Dive 2, ладно. Ой, блядь, больно, не. Блять. О. Блять. Ух, ебать. Крепкий кто-нибудь. Убить на лаке, чё просто. Это мне очень хрен, кстати. Найс, найс, ой, блядь, я забыл, что в хите мой ковар, блядь.
Найс! Блять, как же хорошо. Я живу! Блять, как же я хорошо прыгнул, блять. Просто 10 из 10, блять, сажу. На чё-то ебало ногой, блять. Holy, holy jumps. Акума give his soul, Ларф. Найс. It's not me. It's not me. Get ready for the next battle. Connection problem. Бам. Ряк прыгнул. Ну да. Любэ там, ну, красиво прыгнул, просто чисто, абсолютно, прям пойми как, откуда. Я пока буду дохуя прыгать, чтобы хотя бы понимать, где я могу прыгать, где не могу прыгать. Пока что я понял, что через джеб-стринги я стабильно прыгаю. Если кто-то мне хуярит джеб, я могу стабильно оттуда перепрыгивать. Пытаться прыгать. А так не работает. Так тоже мало. Сайстепать и волкать? Нихуя ты. Придумал, конечно, мощно. Сейчас могу гарон дать. Маленький стейч. Потом гарант еще. Да, может Steam упал, кстати. Что-то не коннектит. Может Steam упал? Hit Engager, Mirage. Блять. Конечно. Дать дрип поменяю. Get ready for the next battle. Это заодно перезапустится поезд. Сейчас Азусина будет, я... Нет, это еще хуже. Это Шахин. Почему Асайнат, Асайнат, как он правильно читается? Такой бы и да. Прям сейчас не будет наебало прыгать. Падаем.
Давайте. Ебать, ночь. Красиво. Здесь не знаю. Бах, наверное. Фигарик такой получается. А, немножко не хочу. Хороший выбор армура. Хочу я тут, блядь. Ой, да-да-да. Надеюсь, не рекаверится. Ебать, рекаверится. Ну ладно, это хороший шахин. Я еще матчап не знаю, нормально, так что сойдет. В общем. Меньше кнопок жми, дружище. Долго жить будет. Шахин, да, прыгает прям туда-туда. Окей, да? Это не в мою сторону. Рейд. Ну, сломал ему руку. Найс. Эх, ой, 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 что он творит? Ёбаный в рот, хватит! Я вот это ждал. Далеко! Мог убить! Так не работает, не, нельзя. Армор только не в стену. Не хочу. Нажмешь как-то ты? Куда прыгает? Спокойно, спокойно, спокойно. Хитмэш. Так. Я ничего не делаю. Я ползу к друзьям, блядь. Можно мне на стеночку? О, да. Почти так, ну. Короче. Я забочу! Ууу, мне показал, где забочу. Немножко не успел. Хитну. Это можно считать как паниш? У меня не, у меня ограничения по рангам есть, только 3. Не знаю, зачем мне кинули. Хотя мне все равно, потому что я хочу научиться матчапам, мне похуй. Фарм этих рангов. Чем больше я подключаю, тем... Round 3. Fight.
Ух ты. Раньше. Get ready for the next battle. Указывая. Поменяю что-нибудь по просторнее возьму. Так можно. Я опять наткнусь на какого-нибудь адвусину, мне пизды дадут. Прям я чувствую, что... Чувствуете, пахнет. Что-то пахнет, ешемица. Блять, ну ладно. Это Tekken 7, ешемица, это еще хуже, блять. Ёбаный осьминог. Найс, ваш. О, это регенис. Я хитну, а не бой. Ой, бля, ебать, я не дотянулся до него. А? Бля, как хорошо начали, как обострались. Начали за... Поздравлениями, закончили очень херово трекинг. Просто кучу кинул. Найс, так. Я боюсь флешки на самом деле. Не, почему этот рэчит? Ёбаный урод. Нет, просто хоми. А, блять, понял. Нет. Вообще, может быть, право надо сцепать, это говно, я не уверен до конца. Меч украл. Не то. Я хитнусь на всякий случай. Это флэш? Это просто за дэш был, наверное. Я не думаю, что это за этот мув. Попади, пожалуйста, поэтому. Да.
Найс, секси. Я думал, даст лоу. Не угадал. Like that. Я прыгнул, похуй. Он хит поджог, но мне сейчас бы дамага прям нормальненько. Я отхилить еще. Ага. Блин, никто не лишь дорвет, 1+2. Ага, это хай, походу. Я не уверен. О. Что-то новое. А, это тоже меч. Ой, я хит смешно хотел. Найс. Короче, амблоковые мечи такие же остались. Пока анимации привыкнуть, они новые. Ну как, старые, но... Новый оберт. Хороший степ. Я зря на РНЖ. Это херня. Вроде бы армор у него 13 теперь. Пойдет. Панчик. Я живу. Ебать, сюда раньше. Попусти там. Блять, как же я не попал? Украл Дэдзу, надо снимать. Оба. Хорошо. Еще лучше. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Солям лё, лё. Round one. Fight. Поебать. Ну чак должен быть 13 просто. А там сейф есть с хитом. Ебать, там могу, блять, не заносит. Побежали, хватит. Я здесь. Хороший дак, наверное, в этом. Найс, стена, блядь. Надо было что-то другое, которое едет вперед. Двоечку какую-нибудь. Пока что так, пока привыкну. Карам дает мне. Очень. Не успеваю. Сильно. Он сейф, блядь, он сейф, да. Ай-яй. Отлично. Кто меня остановил? Пойдет, пойдет. А, мне не хватает 14. Да как же тяжело быть хайкрашем при таких технологиях. Ага.
чак и гаран. Я не знаю, я умер. Блин, я умер. Слишком много, блин. Чем выше идешь, тем люди, когда открывают чаров полностью, блядь, ебать, пиздец становится. Халявных лаунчеров дохуищем. Я какой-то спарк был. Я сделал вот так вот. Фак! Ой, блядь! Сойдет. Я оставлю пик. Пик нужен. При нас, наверное, да, вроде? Да, как он снова стоит. Рекавери. Неплохо. Таха. Отойдем, чтобы хитить жоп. Не ударим сейчас. Ебать, ничего не угадал. Охуенно, блядь. Как-то так. Round one. Fight. Гарант. Я дакнул. Я очень... Очень сильная хуйня. Вы посмотрите, просто на дэмэдж. Я умер. Он затаймил про. Кстати, армор. Я зря не делаю этот. Оттуда же, но... Ну охуенно, блядь. Ну спасибо. Блядь, это пиздец. Это... Я не знаю, что делать. Это как надо вообще контрить? А, я без хита, блядь, я без хита нажал. А сколько вы нучаки минус на блоке? Ну, блядь. Нормально. Ой-ой-ой-ой. Вот. Он нажал что-то. Где? Да, я минус был. Но это слишком сильно, я даже не знаю. Бля, ну патч нужен, чтобы понерфить некоторые вещи. Вот это нунчак, как я понял, он, блять, минус 13, да? Или 14? Он 13 или 14?
Значит, сейчас запишу проверить. А я почему помню, что это... Спасибо, фоллоу. Он или 13, или 14. Если 14, то, блядь, наверное, я смогу найти. Но до 13 ее нет, бля, это пиздец. А-на-на-на, надо так смотреть. Это жестко. Я запишу. Ну... Ну, чекни. Ну, у меня средние, так скажем, ощущения от этой игры. Я не сказал бы, что плохо, но пока что прям ебать, какой-то пиздец происходит. Даже не дело в незнании матчапа, ну просто некоторые тулы... Вот, я сказал и пришла. Вот это что такое? Ее прям дэмэдж и ее мувы, это какой-то пиздец. Она сможет просто ходить стрингами. Понимаю, они габ типа уменьшили между игроками, чтобы... Там надо смотреть от персонажа. Что? Это что было? Это сейв, блядь. Ну не сейв, но не 12. Я вообще не знаю, что она купит. Я лейбил ее, я все равно не могу. Ее анимации очень похожи. Вот это хороший. Ебать, это full fight crash. Это как у Аски, я понял, что это такое. Ой, блядь. Осторожно. Я полечу. Пойдет. Кингвайн здорово. Игра легче стала, чем Т7? Нет. Легче стало в плане некоторого экзекьюшена, но... Играть стало тяжелее, потому что слишком много механик стало. Но осваиваются эти механики легче. Ну и отойду, блядь. Вы знаете, что сейчас мне будет, блядь, джун делать? Она отхилилась! Дайди... Бля, ну это жесть, это жесть. Ну это вот не поломан. Ой, блядь. 12 прямой вот склад. Это паничка. Это хуйня какая-то, я не знаю. О май, покручу. Пограбы, да. Пограбы, пиздец. Я там в некоторых матчапах я чисто жестко выиграл только из-за этого, потому что у меня по факту каких-то противодействий против вот таких чаров нету. Кроме как угадывание, блядь. Ай, блядь. Типа Шахина. Открой любой видосик на ютубе. В основном игра тут учится как? Методом смотришь, воруешь. То есть,
Да, фундаментала тебе любой стример подойдет. То есть там посмотреть матчапы, как вот, против играть. И просто потом под своего персонажа подстраивать. Так может корейских игроков посмотреть. Они вот прям лучшие. Пакистанцы хорошие. Наша Хина, к сожалению, не особо там популярна. Даже Tekken 7. Чар хороший. Сейчас плохих почти нету. Да и там баланс панч по-любому будет какой-нибудь. Но Шахин не чар, который будет слабым, потому что... Он не такой популярный был в Tekken 7. Если его вернули, значит не просто так. Ебать, как... Сколько его удержит. Да нихуя, блядь, это там меня удрочили нунчаками, блядь. Я не знаю, что это было вообще. Я знаю, что пока еще ран, ебать, мне выебали. Единственный пока что, кто реально вот немножко проседает прям, это Казуя, наверное. Она отфиг, ух, ебать ты, нет, не делай этого, отропни, блядь, отропни, ай, дёр, кабель дёрните, ну, ну, перестань. Смотрите, здорово. Ну там реально, здесь рофлов, там не лоутилить дело, просто, я не знаю, они сделали так, чтобы Казуя не комби. То есть там комбы неоправданно сложные стали. Не только сложно, не консистент сложно. По крайней мере, мне его сказал, что ой, блядь. Все так и осталось. Так, я хочу так вот сделать ее армону. А нахуй. Куда? Куда? Опа! На дрифте. Оп. А так сейчас. В Tekken'е очень много опций, чтобы научиться играть. Там можно и реплеи включать, и во время реплея можно игру на паузу поставить, посмотреть, что там. Ты можешь взять контроль над персонажем в реплее. Я не знаю, блядь, это вот супер охуенно. Это в любом файте не должно быть. Ты смотришь реплей свой, ты видишь, здесь вот он что-то сделал. Ты в этот момент берешь управление под себя, и ты играешь, по сути, там 10-12 секунд, и можешь вот этот момент локально играть. У Кабиба попался. Я прыгнул, но очень хуёво. Это поломанная хуйня. Не, это прикольно сделано, вот, да. Там нету фрейма, походу, там плюс у меня. Еще раз. Надеюсь, получится ли? Ага. Хуйня, блин, получила. Мануальным переходом. Что, блять? Опять ебучая стрельба какая-то. Блять, откуда они просто придумали во все стрельбе что-то давать? What's up, Benchdas? How are you, my fellow? А тебя фоллоу.
Попробуем вот так вот его. Прямо здесь, блядь. Если на. Найс, айс, так, потому что я его не дал. Это смерть? Нет. Да, хорош. Ай-яй-яй-яй. Это мид, если последний удар, то да. Это пока забей, Sleeping Lion, это поломанный персонаж. Этого точно будут нерфить. Там, блять. Это вот прям один из самых поломанных на данный момент. Я запутал эту кнопку, извиняюсь. Бля, ебать подбил этой ногой. Играл вроде. Если вы про Лусену, я видел какой-то видос, он играл на ней. Пойдет с армором, но это гарант получит, да? Ну, блядь. Ну. Давай похрен дайте, да? Наверное, так делаю тогда. Пойдем. Я не успел дать граб. Если я успел бы, я бы поймал ее. Блять. Как же обидно. Я жестко только выигрываю за счет тайминга. Ну сейчас, потому что никого пока нет. Не хочу. Сойдет. Я не знаю, на панч, что это говно. Бля, я умер. Гингвуд, блять. У меня ВВР спасибо или thank you. Рейдеру, рейдеру. Или за рейд. Миксап, лэнгвич миксап. Раньше, просто на тебя мне еще. Похуй. Не похуй. Сейф. Ебать, блядь, я сейчас. Так, ну.
Что-нибудь такое. Нет, это смерть. Бля, ну это очень сильно, я не знаю, что с этим делать. Это Арклаф был миксимпутнут. Я не понимаю, бля, что. Это просто поломанный миксап. Ой, блядь. Ладно, я попытался. Я нечаянно добавил реклей, но он пусть будет. Я степнул ей раннинг каким-то раком вправо. Я не уверен, что это консистент будет работать после отдельных мув. Пусть останется. Смотрите, возможно, он просто не успел быстро нажать.